Ей! Ого, тут музяка. Я никогда не задерживался в начале на меню на достаточно долго, чтобы услышать, как тут оно все. А, у меня даже нет еще сохраненных игр. Ну, это, кстати, это потому, что Steam-версия, наконец-то. Неужели она у меня есть? Сейчас буду рассказывать, как и вообще. Но еще и потому, что у меня реально удалились мои, ну, мои предыдущие мир. То есть это вот как с чистого листа начинается все. Я недавно еще раз начинал, но потом медвежонок ни с того ни с сего взял и подарил мне Steam. Вообще, ну, подарила, в смысле, просто странно слово медведь, оно как бы не склоняется или в роды не изменяется. И как бы я иногда вижу его в Steam, точнее, ну, блин, я так привык, что она у меня есть, ну, в GOG-версии, что как бы уже, как бы, ну, для меня эта игра все-таки не новая, скажем так, я же ее в том году именно играл больше всего. А потом, как бы, ну, и невольно почти забыл, что она у меня есть в Steam теперь, и я хотел именно записать самый первый запуск, самый... ну, хотя бы начало, потому что я не могу так, чтобы взять вот так и, типа, молча, там, играть в то, что мне подарили. Потому что, во-первых, у меня такого никогда не было, чтобы мне игры дарили. Это для меня новое такое именно ощущение, как бы. Но все равно у меня такая, как бы, благодарность или типа того. И вот я хочу, типа, запечатлеть первый запуск. Не знаю, ну, не знаю почему, для чего. Подожди, кем я буду быть? Я же не могу быть просто БРТД каким-нибудь. Вообще, конечно, могу. У меня на ноутбуке я себе запускал. После того, как у меня Windows удалил все сейвы, я начал новую игру на ноутбуке, пока брат занимал компьютер, в Доту играл тут. И поэтому третий раз запускать заново игру я вообще, ну, было тяжело, короче говоря. И поэтому, ну, в Steam, если я запущу, это будет немного... по-другому, потому что тут вроде как ачивменты есть и все такое. Мне интересно вообще-то увидеть отличия в версиях. Вроде как тут что-то будет прикольное. Вот это, кстати, выглядит прям как вот это вот... как ее? Ну, которая Джоуди, короче. О, вау, вот это круто, кстати. Ха. Такой цвет именно желтый прям. О, ну я когда увидел это, то думаю, ну кто с таким будет играть, как бы, а с другой стороны, хочется немного, но потом, я думаю, когда будешь играть с таким этим цветом, оно будет странно. О, вот это, кстати, ну блин, вот этот классный реально, оно так необычно. И он, кстати, очень круто с вот этой футболкой сочетается. Их тут, блин, миллион, ну точнее, 90 с чем-то. Аксессуарис, конечно. О, если... Сейчас, я знаю. Косплеить можно как это. Из Гарри Поттера вот это вот. Вот. Вот это вот. Как ее, блин. Оно не так пишется, но Нимфадора, короче, которая Тонкс, в общем. Она ж меняет цвет волос постоянно, ну, там на. Так, как. Вот так. Оно, она может, ну, она одно время ходила с таким, прям ярко-розовым, получается, вот так, с таким прям. Блин, принцесса Лея с утиным носом, это круто. Я вообще, ну, изначально очень, как бы, серьезно относился к созданию персонажей и все такое. Но потом, когда мой основной персонаж удалился, мне, у меня так это, для меня это таким возмущением было, что я второго создал так как-то небрежно. В общем, у меня на ноуте мой персонаж такой очень простой, скажем так, похож на вот этого... блин, я забыл реально имена из, ну, их всех. Короче, который на пляже живет, я не помню, какой он там, так, Pants Color, чуть-чуть, вот так, или, ну, сейчас противоположный какой-то, о, можно как в жизни, оранжевый. Это мой фирменный такой, что-то уже стал цвет, и насыщенный, конечно, немного ярче. Ну, не, утиный нос, это, конечно, такое, не совсем обязательно. Так, один это отсутствующий, да? Ага. Вау, это что? Ух ты, это как персонажа не из какого-то комикса. О, вот это. Это типа necklace? Too cool. А, это тоже, по-моему, necklace. Вау, вот это роботические очки. Вау, кстати, вот это на самом деле офигенно. Реально пришелец такой. Хм. Я даже немного хотел имя какое-то более странное сделать. Ну, потому что неинтересно все время играть там за... БРТД, и я вот, а, точно, я в том, на ноуте, короче, я себя назвал Сэмми почему-то, и в горах жил, я вообще не представляю, почему. Сэмми это персонаж из Streets of Rage, в смысле, который, этот, Скейт, он в японской версии называется Сэмми. Мне все это имя так, ну, как,
запомнилось и вспомнилось. Так, ну ладно, без этих очков можно. О, вот это прикольно. А, это типа брови. Так, а вот это? Окей. Okay. Это, по-моему, earrings, нет? А, их не видно, потому что, наверное, они под... Короче, без ничего, я думаю. Ага, этот еще не настроенный, по-моему. Вообще, кто будет за мужского персонажа играть вообще добровольно? Вот эти же настолько круче. Только прическа сбилась. Ого, вот это... О-о-о-о. А как? А чё? О! А, точно, я же такой, по-моему, был. А, нет, она немного вперед. Тут всегда так интересно наблюдать за этим всем. Мне вот эта футболка прям нравится, реально. Она такая... нетипичного такого цвета прям. Вот это тоже, ну блин, она так классно, особенно с вот такими волосами, которые, ну, как бы, мой любимый цвет вообще. Так, ну. Какие еще есть? Ну, с вот таким у меня Линер была, но... хотя, да, можно... Не, я как бы к нему слишком привык, мне хочется что-то новое. Воу. Дэм, вот это неплохо, кстати. И необычно. Ни у кого из, ну, в игре из персонажей такого нету. Неплохо, кстати, вот это тоже неплохо. А, как-то челка слишком прямая, не очень прикольно. Это да, это опять же так интересно. Но мне вообще-то всегда очень важно, как... Оу, персонаж выглядит. Это реально может изменить мое отношение к игре полностью. Если персонажа Галима сделали... И сразу миллион примеров хочется привести, то мне в игру в это может не хотеться играть. А если... Ага, это, по-моему, типа мужские пошли. О. Ага, это вот это. И, ну, я, пожалуй, ту возьму, которая мне как бы бросилась в глаза сразу. Так, это Лин. И теперь... О. Мне вот спереди не нравится, как она выглядит на самом деле. Как-то слишком много волос. А ну, какие там еще были? О, вот это, да, вот это, кстати, да, так как-то сразу бросилось. Так, ну и может вот такой цвет. Тогда, о, а что если я назову, как, типа, если это она, то она может быть Луна Лавгуд, например. А еще мне, а, нет, за этот год просто у меня какой-то персонаж новый появился крутой, которого, типа, которым можно было назваться. Ну, но я самого персонажа не знаю, ну, точнее, она как бы просто спрайт в игре, вот это стрелял, как Оттон, но... Не. Хоть она и похожа. Так, ферма, кстати, это самое сложное на самом деле. Тем более слово farm добавляется всегда. То есть надо что-то классное. Кстати, вот это будет в соответствии с фильмом. У Луны любимая вещь, это не то, что у меня любимая вещь. Но я всегда пишу сюда вот так вот. Чтоб... А, так вот, я, получается, как только вот этот апдейт сделали, где можно выбирать тип территории, я выбрал сначала Riverland, думал, что он будет находиться географически где-то в левом нижнем углу карты, и только из-за этого его выбрал, ну, а оказалось, что оно, ну, географически там же, но там сама ферма, получается, заполнена не просто там мусором и деревьями, а... Она просто испещрена такими, типа, ручейками, там, озерцами, и в них все равно ловить рыбу нет смысла. Это было очень разочаровывающе, на самом деле, потому что мне хотелось, чтобы... Ну, рыбалка — это мое вообще почти одно из любимых занятий тут. Но на ферме на это реалистично у меня, по крайней мере, не получалось. Вот Forest — это единственное, которое я еще не пробовал. Hilltop, вот, Rocky Terrain, Make it winding river, difficult to farm. Вот эту я сделал на ноуте, и она прикольная, она мне нравится, кстати. Wilderness не хочу, мне никогда монстры не нравились. Вот я же говорю, лесную я еще не пробовал, и вот это будет лесная, получается. Так, а, глаза, с глазами что-то не так, точнее, цвет не тот. Ну, а чтобы не контрастировали со всем остальным. Так почему-то мне так... Да. Да. И насчет прически я не совсем еще уверен. Ну... Да, тоже хорошо. О, вот это даже лучше, кстати. Ну и тут уже Лея, понятно. Хм.
Ладно, вот эту возьму. Теперь я не Луна, правда. Теперь надо поменять цвет волос опять. У Луны вот такой. О, а если... Давай, я, кстати, могу, да, реально быть Луной Лав, вот именно. Например, сделать вот такие, как у нее прическу, чтобы... Они у нее как бы крутые. О, вот это что-то на Луну похоже, кстати. Чё так мало нормальных причесок? Претензия к игре именно. Когда патч сделают, где будет больше причесок? Да не, на самом деле нормально. Да, вот это нормально, кстати. Сейчас там было после... Не, да, вот это, пожалуй. Там перед этой... О, даже вот это больше подходит. Да, вот это на Луну прям похоже визуально. Ну теперь, правда, и футболку надо поменять. В соответствии с ее костюмом из... Так, и пантс тоже соответствующего цвета. О, вот, вот в последнем фильме она, когда... Вот тогда их поймали Малфой, и она в этом... типа не успела переодеться. Вот, вот так, вот это чисто Луна Лав, вот, кстати, да. Только чуть-чуть светлее можно полосить. Это не чуть-чуть, это максимально светлее. Но прикольно, между прочим. Они у нее немного такие не слишком яркие, то есть. Damn! This looks good. Теперь она точно должна быть чисто как лунной, то есть у нее favorite thing должна быть другая, например. Я не знаю, мне сразу патроны вспоминается, но он у нее как бы тоже не особо. В фильме фигурировал, так сказать. Так, немного насыщенность надо убрать. Ой, подожди, это в глазах. Угу. Немного желтого. О, вот, нет. Так сложно. Какая же у Луны favorite thing? I hope there's pudding. Тем более тут в игре есть... О, все, я знаю. Ну, я рад, что я смог придумать персонажа. А, кстати, да, skip intro, потому что... Все, блин, летсплеи с него начинаются, и... надоело, мягко говоря, видеть реакцию у всех на одно и то же, как бы. А я, поскольку сам начинал, то я еще через это не проходил. О, от начала игры это круто, потому что... Ну, катсцена, это понятно все. Она как бы одноразовая. Ей, так, авторан. Теперь самое главное... Что нужно сделать в первую очередь, прежде чем? Вот, always show tool hit location. Это просто необходимость, без этого играть вообще невозможно. А, и тут еще кое-что было, сейчас. Во-первых, немного, наверное. У меня тут громкость на минимум поставлена, я, пожалуй, и в игре немного тише все сделаю. Тут было... А, вот, зум, да, я потом... О, зум паттенс, вот, они мне нужны. Я там постоянно ими пользуюсь. Лайтинг. Это я на лоу поставил. Да, чтоб не тормозило. Тут было кое-что важное просто сейчас. Да, управление, в принципе, хорошее. Все, да, вот это, в принципе, вещи первой необходимости, так сказать. Yay. Так, это something to get you started, да? Little something to get you started, magic news. Cultivate сколько? Parsnip. А, и надо со всеми поздороваться. Вау, вау, тут такое все лесное, я еще не видел эту карту, тут реально прикольно. Так, я обычно хожу с косой, кстати, мне надо поменять местами. У меня как в Майнкрафте, короче. Коса на втором, топор на четвертом всегда. Этим я не пользуюсь. Watering can дальше. Тут меч будет. У меня просто он на быстром доступе, поэтому я постоянно переключаюсь между ними туда-сюда. С косой я хожу, потому что вот этот вот треугольник удара, куда целишься, он со всеми инструментами выбирается, если... Ну, они как бы на один блок действуют. А вот эта штука, она в общем бьет, поэтому я всегда с косой хожу. Ну... Чисто, чтобы квадратик не мешал. Потому что он не всегда исчезает. Класс! Мне нравится, как тут растительности столько. Я такого еще не видел. И обои вообще очень круто, кстати. И вот тут так прикольно, как типа рождественская такая. О-о-о. Интересно, этот цветок, он как бы... О, это бонсай 3. Прикольно.
в этом, ну, в Streets of Rage, короче, да, я его сюда ставлю. Что там с Fortune? Happy today. Хорошо. Так, weather. It's going to be sunny all... О, oh, rain! Ух ты, у меня еще ни разу игра не начиналась с... Так, а ну, что там? Там, кстати, Queen of Souls? О, нет, Living of Land. А ну. All greenhorns out there. Chop wood and search wild forage to earn some cash while waiting on your first harvest. А, ну это не особо полезно. Я просто, получается, из-за того, что заново начинаю, то мне сейчас все, ну, все будет пригождаться. Я просто там уже в своем... О, смотри, forage сразу. На своей карте. А, может это типа как... Этот... Лесная территория, может, в ней легче форджинг всякий делать, то есть в ней больше всяких объектов таких именно, ну, не... Которые на обычной ферме не попадаются. То есть она как, наверное, смешанная в ней биом, так сказать. Возможно, кстати, потому что... Так, на первый взгляд, вроде все в порядке. Так, кстати, сильно близко. О. А, так далековато. Хотя не, вот так хорошо. Игра-то подразумевается как бы с разрешением 720 на сколько-то... Сколько? 60. Но на мой экран она разворачивается на весь экран, поэтому мне она слишком близко была. Я из-за этого вначале играл именно так, как тут. Надо энергию не тратить просто. И, кстати, она все равно тормозит. Может, надо уменьшить еще графику. Ого! Может, тут этот лес, типа, как вот тот, где хардвуд, короче, будет? Вау. Вот это интересно, потому что у меня на моей той карте, у меня, собственно, есть запись. Она... Это, ну, я случайно записал последнее видео на той карте, которое называлось «Смена сезона в долине темной росы», я его назвал. И там, короче, как раз показано, что у меня, короче, из всей моей фермы используется, по сути, только... левая ее часть, вот эта, где... Вау, там внизу. А, нет, это, наверное, условная. Вот этот лес прикольно так... То есть, ты хочешь сказать, что на этой карте вот этот крутой лес начинается как бы... А, и все, вот это как край. Вау, она меньше. Это хорошо вообще-то, потому что... Ой, вот же хардвуд, это он и есть. У меня пока топор с ним не справится, вот они сейчас скажут. Your axe isn't strong enough. Ну это, блин, офигенно, это не надо будет бегать теперь сильно далеко, чтобы это все найти. Круто. Потому что для меня это идеально, потому что я же говорю, я использовал всегда. Так, ну я пока топор поставлю на троечку. Пока я не в подземелье, как бы. И сено пока, естественно, не надо собирать, потому что когда я поставлю ту башню для фермы, то в нее будет накапливаться все сено. Пока нет смысла. Так, а что мне, собственно... А где? Вау, кстати, я заметил, что у меня особо нету, собственно, почвы, на которой можно было бы выращивать что-то. Неужели вот этот кусочек впереди, это все... Все отведенное под фермерство место. Мне, конечно, хватит, у меня реально столько же и было занято. И мне хватало. Но я теперь, кстати, еще одна причина, почему я решил это записывать, типа, ну, точнее, почему я решил запустить игру новую. Потому что я, получается, первый раз играл так, как мне хотелось, собственно говоря, но я тем самым упускал многое из того, что игра, как бы, имеет предложить. Например, я не говорил с Хейли, потому что, типа, мне она не нравится и все такое, и с этим Шейном вообще, он для меня враг был. Но теперь я хочу именно наоборот все делать, то есть... делать в этом плейтхру то, чего я не мог раньше сделать. То есть все, именно исследовать другие стороны игры. Вот это было бы интересно. Вау, тут еще озера, еще и много озер. Блин, идеальная карта, реально. Я все остальные проверил тоже, ну кроме той, что с врагами. И вот это как раз то, что мне надо. Мне нравится, когда есть откуда воду брать, потому что я ни разу за игру колодец не строил, и мне приходилось бегать к этому вот первому. Вот эти паунды мне тоже нравятся. Ты шо? Так, ну все, можно начинать сажать эти, потому что они же долго будут расти. Думаю, прям перед домом можно. У меня просто энергия уже половина.
А, да, инвентарь же. Блин, я забыл уже. Я так привык, что у меня полный инвентарь. Надо срочно открыть, построить мост вот тот из 50 деревьев, который ведет на пляж, чтобы я быстрее смог заработать на новый портфель. Потому что иначе это не добегаюсь. Так, а где же мне? Ну, я, в принципе, буду срубать уже некоторые деревья. Может, не отсюда, потому что... Хотя нет, тут тоже надо. Тут же у меня, может, ферма будет. 5, 6, 7, 8. Ого, аж 10 ударов. У меня просто же, по-моему, бронзовый был топор, и я с 5 ударов все дерево смог срубить. Непривычно, на самом деле, новую игру начинать. И в той у меня, получается, была куча рецептов там, ну, на кухне и все такое. И как бы вот наступает в этой игре все-таки момент, когда слишком много всего есть, и уже типа нету таких вот срочных как бы целей, ради которых нужно продолжать играть. И, ну, это тот момент, на котором обычно игра заканчивается, как бы заканчивает быть интересной. Так, о, все, хватает. Куда мне его поставить? Где-то здесь. Так, а если... Просто чтобы красиво было, ну и чтобы не на проходе, вот так. Сэп. Не, ну он нужен. Он потом пригодится, из него можно удобрение, по-моему. А вначале, вот я же говорю, у меня еще ничего нет, и это так прикольно и непривычно. Я считаю, первый раз начинаю игру сначала. Ну, после того, как... Да. Ну, такой именно полный ресет. Окей, вроде уже более-менее хватает. Энергии, однако, не хватает. И у меня еды нету для того, чтобы ее восполнять, поэтому лучше... Лучше не перенапрягаться сегодня. А, завтра будет дождь, это хорошо. Но сегодня все равно нужно полить. Так, но мне все равно в любом случае нужно посадить остальные. Хоть энергии уже и нету, я вижу, но... Так, последний. О, все, я уже экзост. Блин, ну это все, что у меня есть просто. О. Не политый будет, ничего. Может, что-то можно из этого есть? О, по-моему, деревья некоторые можно трясти. Я только недавно узнал, на самом деле. Вот этот морсел, у него какие свойства, как бы? Нет, на самом деле, вот это нам. На самом деле пока вот так лучше, чтобы лучше ориентироваться. О, плюс 20 энергии, то что надо как раз. Of course. Yay. Теперь мне хватит даже на то, чтобы полить эти штуки. Но вообще я хочу вот это посадить, чтобы, ну, чтобы быстрее выросли. И идти наконец-то уже говорить со всеми, потому что в этом основная задача сегодняшнего дня. Уже вечер, тем более. Но они сейчас перейдут все. О, Дандалион. Он тоже восстанавливает энергию. На первых порах лучше их собирать. Вот, точнее, Дандалион. А, нет, это Дафодил. А то... Да, Дандалион все-таки. Как оно, кстати, на самом деле называется? Потому что на русском так смешно звучит. Небось, на английском там Дандилион или что-то такое. Ну, как-то с инфлекшеном в других местах, а в русском оно звучит как какое-то иностранное слово, в смысле как испанское или ну, в общем, какие-то напоминают мне о каких-то персонажах. О, а ну, это ж Мару, ага. О, aren't you the one who just moved in? На самом деле, вот эти все, конечно, жалко, что повторяются диалоги. Hi. Oh, did you want something? Да, I wanted to give you this. Thank you, this looks special. Причем, блин, оно для меня ценное, потому что у меня сейчас нечем больше энергию восполнять. Так, понятно. Вот это вот. О, Луна, прикольно. Cool. Вот, все.
Yeah, I can see that. Вау, тут немного поменялся фон, кстати. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что вот этих тарелок не было здесь. Или они, ну, по-моему, вся вот эта штука так выглядела. Или я просто сейчас так замечаю, потому что цвета немного поменялись. Не уверен, меняют ли они визуально игру. Хотя некоторые кадры анимации у персонажей добавились в новой версии, кстати. Вот это когда он говорит «I don't know you», это реально, вот я, получается, из-за того, что до этого играл... О, можно, кстати, купить. А, нет, сильно дорого. Сейчас. А, да, я, получается, некоторое время играл, ходил такой, пытался запомнить, где кто живет, такой там говорил со всеми там, все такие, что, ну, дружелюбные. Потом Шейду кто-то мне такой говорит, типа, я тебя не знаю. И мне так обидно на этом моменте стало, потому что как бы... Это дало мне понять, что, типа, если с людьми там дня три не говоришь, то они все, они уже как бы забывают о том, что ты существуешь и все такое. И блин, оно просто... И я с тех пор вот это Шейна ненавидеть стал в той игре. Все время, ну, из рогатки в него стрелял, чтобы еще больше отнялось его отношение ко мне. Так, а это 8 PM, ага. И сейчас пытаюсь понять, какой день сегодня именно, почему тут не все. О, блин. И оно странно, конечно, эта игра, как бы она, ну, с одной стороны, геймплей, она такая полная, то есть в ней всегда есть что делать, кроме того, как познавать сюжет. А когда уже знаешь сюжет, то как бы эта часть игры не является ценной, скажем так. Так, лучше, наверное, сегодня пораньше лечь, потому что я и так экзостед уже. Завтра у меня только половина энергии восстановится, если сейчас так уснуть. Если it's getting late, будет написано. Да будет лампу какую-то более хорошую сделать. Я, по-моему, костер посреди дома ставил одно время. А, не, у меня были... А, это был ламп-стенд на горном... В горном доме, точно. А, это этот рыбак появился. Finding cool stuff, backpack. Угу, угу. А, это Пьер. Угу. Fishing trip. О, я вот схожу к Вилли, кстати. Там, главное, в погоде сказали, что дождь будет. Но я сейчас вот играю, и что-то дождя не видно. Может, первый день, ну, запрограммирован быть не дождевым, чтоб типа, было... Первое впечатление об игре не было таким, что, типа, в ней всегда дождь идет. Да, надо сходить. А, я вот так пойду, чтоб еще к волшебнику, может, заглянуть. Он просто не по пути. О, энергия почти полностью восстановилась, это хорошо. Значит, надо еще деревьев нарубить, они мне слишком пригодятся. По-моему, мне вообще 500 нужно будет деревьев. О! Или мне показалось, или в озеро только что не упали предметы. Это было бы круто. А ну вот, на вот этой почве... А, не, нельзя. Ты шо? Тут реально меньше получается благородной земли. Ого, тут прям, тут камни вот этих вот особых видов, которых на обычной ферме почти нету. Это интересно. Класс, я рад, что они такую карту как бы универсальную сделали. Первая, потому что, честно говоря, как бы не, без обид к создателю игры, но первая карта настолько бесполезная была. Понятно, что ее можно все очистить и под ферму заделать, но мне лично фермерство в этой игре это наименее интересный ее аспект на самом деле. А, я не туда. Я имел в виду вот так. О, класс, эти тут листья новые, красивые. Визор достаточно далеко на самом деле живет. К нему... А, нет, если вот так идти, он, по-моему, на этой же локации еще. Вот тут пара катсцен будет, прикольно тут. А гифт-шоп, кстати, есть вот тут? Или он еще не приехал? А, он тут будет стоять потом.
Вот это foraging area. Все типа надо. На самом деле вот это нужнее. А он, наверное, ночью только появляется. Ох. А мыша уже, интересно, появилась? Или она там появится после первого на... первого ачивмента? Еще мне интересно, как тут ачивменты отображаются. Это же Steam-версия, воу! Как бы непривычно тоже, на самом деле. Я, благо, себя отключил всякие... Так, это что вообще? Это Reddish? Сэп, в принципе, и Fiber не очень нужен, но... По-моему, с Fiber'ом что-то делается важное. О, Torch. О, вот для чего сэп, кстати. Ой, могу, кстати, наделать. У меня как раз 12, да. Они мне нужнее, чем... Что-то еще. Так, подожди, а где... А, вот, для этого нужен файбер. О, кэмпфайр можно сделать, круто. Я только не понимаю, в чем его ценность. Ага, тут пока еще не въехала мыша. Для этого надо ачивмент тут это... Когда с кем-то станешь френдом, то... За это дадут ачивмент. Ого! Тут лук дикий вырос. I keep finding cool stuff and I don't have room to put it all. Вот это вот story of my life. Надо тоже уже либо прокачать. Yay. Инвентарь, короче, надо расширять. Лея, интересно, дома? По-моему, она днем идет куда-то. Если сегодня, конечно, не воскресенье, я не уверен. А, вон, вторник. А где все? Тупо никого нет. Окей. Лея, я знаю, иногда ходит вниз, туда, там, где озеро, она там, типа, вдохновляется на создание своих картин и скульптур. Тут Джоди, по идее, должна находиться хотя бы. Никого нет, даже Алекс репетирует. О, молодец, кстати. Круто, небось, с гитарой, да? Запятая. No one's home. О, а, Мэйр Льюис, ну тоже надо. Вот это тоже мне было прикольно, кстати, увидеть, типа, сначала тут все такое, как сюжет. Ах, Эбигейл. Я, кстати, никогда не разговаривал с Пьером. Я как-то всегда думал, что, типа, когда ты за прилавка говоришь с ними, то это считается за разговор с ними. А потом оказалось, что ну, у них со мной все равно ноль отношений. Соответственно, надо заходить за прилавок и говорить отдельно. If you're looking for seeds, the place to go, little... To really inject new life. Uh-huh. Вот это как раз то, что мне надо. Так, и сколько стоит апгрейд? 2000. Cool. Так, бин мне нравится тем, что он долго будет потом... Так, сейчас, каулифлауэр. Вот это мне, кстати, не очень. Она не очень дорогая потом, и она очень долго растет. О, потейто тоже хорошо. Парснип это такое, конечно, он не очень... Это как слишком просто. Картошку хочется сделать на самом деле. Я думаю, где-то... Так, у меня 500. А, некуда еще и ложить. Ну, продать надо тогда. Так, сейчас надо убедиться, какой из них меньше. Да, вот дафодилы можно продать. Теперь можно хотя бы... Да, блин, я из-за того, что не подготовился и... Не освободил инвентарь, тебе придется что-то одно выбрать. Да, только картошечных купить. Наполовину денег. Не буду с ней говорить. Ладно, буду. Я же обещал себе делать то, чего я обычно тут не делаю. Мне Эбигейл, видите ли, не нравится. Oh, that's right. I heard someone new was coming to old farm. It's kind of a shame, really. I always enjoyed exploring those overgrown fields by myself. Я не знаю, как еще показать. У меня пока рогатки нет.
чтобы показать, как я к ней отношусь. Вот тут, по-моему... О, это же этот. А, этого зовут Алекс. Я что-то думал, что у тот, который Сэм, по-моему... Да, я путал Сэма и Алекса, потому что, опять же, я с ними никогда не говорил. Надо хотя бы в этой игре заставлять себя именно говорить с Хейли, с вот этим вот Сэмом, с еще... Кто там подобный есть? А, о, Уилли, точно. На самом деле, я это уже видел. О, мне некуда. Файбер не очень нужен. Его, в смысле, легче найти. Я бы половил рыбу, но... Мне некуда будет положить то, что я поймаю. Но я хочу все равно сам процесс вот этот. Этот щелчок сейчас такой. Фитин. Потом я смогу у себя на ферме ровить рыбу. О, это тем более обучение. Блин, не перфект. Ей. Надо сбросить все вообще. Это тоже надо будет продавать ему. Это очень хороший такой источник. А ну, сколько тут надо? 300. О, круто. Это manageable. Он еще... А, Эллиот. Эллиот это вот то, что я имел в виду, когда я говорил, что у меня персонаж на ноутбуке похож на Эллиота. А вот, Сэм, похоже. Hey, I'm Sam, good to meet you. Это тот, который всегда голодный и сравнивает облака с зефиром. Это единственный диалог, который я у него застал, когда я один раз с ним поговорил, поэтому это все, что я про него знаю. Я же говорю, да, у меня приоритеты, в смысле, предвзятость. Так, я хотел вообще-то с этой поговорить. Как ее? Лея. Мне кажется, все дамы во вторник, они, по-моему, по выходным ходят туда, вот там, где, короче, как Town Hall или типа того. Ну, короче, типа, как зарядку такую, аэробика или что-то такое делают. Вот там вот их можно обычно найти. Потому что странно, все куда-то делись. Это здесь же каким-то образом. Вон, да, а, да, там, по-моему, вон они все, да. Надеюсь, сюда, да, можно. Вот, тупо весь город здесь. Джоди, да. Breathe in, breathe out. Окей. А вот как раз... А, это Каролин. Вот Каролин я, кстати, редко вижу, но она прикольная. Мне нравится, собственно... Да, дизайн у нее прикольная, прическа и все такое. Она как-то вот выделяется. Don't look, I'm all red and sweaty. Окей. Мне кажется, что у них должно быть несколько линий диалога. О, а, это Робин. Угу. Я все время надеюсь вторую линию, вторую строчку найти. Только Эмили может веселиться во время... О, кстати, вот тут сейчас должны быть новые. That sounds exciting, да. I want to sleep well tonight. Типа потому что устала. Или Фиджи Дамблдор. А, это типа из-за того, что я... Так, сейчас. I'm glad to see that she's... smiling about it, because it doesn't sound as much fun as she makes it look to be. За выстраивание предложений это тяжело. Так, мне надо идти деревья рубить на самом деле. О, вот еще эти, да, вот это я не говорил. Hello. Welcome to our little community, dear. You can call me Granny, if you like. Интересно, ее как-то зовут вообще? Да, она же, и забыл. It's irritating to have to meet all these people, huh? Named George, by the way. Базо! Понятно, старики. Я таб все время нажимаю, он мне не работает. Я, пожалуй, выберу, если тут можно сейчас. Ой, не та кнопка. О, хорошо. Escape. Кто будет на escape ставить? Вообще неудобно, я считаю.
Так, я удочку взял, и теперь я иду в лес. Ага, это я шел, чтобы увидеть, как его, собственно, зовут. А, у него... Нет, сейчас, вот. А, Джордж, точно. Ой, в смысле Эвелин, да, ну вот это. Так, Пэм я уже видел. Льюиса видел. Там еще Линус, но к нему далеко идти отсюда, и мне сейчас нужно добраться. О, вот еще, собственно, вот это... Семья, так сказать. О, oh, Stranger, my name is Vincent. Мама все знает, что Dr. Strange, but you seem okay. Слушай, тут надо будет им, видите ли, подарки, чтобы они хоть что-то говорили, потому что такие, знаешь, вот стесняются. О, oh, you're that new farmer girl, or whatever, aren't you? Huh? Oh, I'm Haley. If you weren't for those horrendous clothes, you might actually be pretty. Actually, never mind. That's such a stupid gift. Мне некуда было уголь деть, уже извините. А, да, блин, я же обещал себе, что я буду тут с Хейли дружить, но я и так не хочу. Все, наконец-то можно... Ладно, схожу еще наверх, там надо с Марком... Я забыл, я тупо все имена забыл, я никогда не помню имена нигде вообще, ни в жизни, ни в играх. Вот эти, кстати, собрать бы. Вот это выглядит как Зельда полностью. Это пока закрыто, я надеюсь, потому что было бы сильно много информации для новых игроков, я считаю. Кстати, в середине игры открывается возможность менять, собственно, вид персонажа. И я даже смог добраться до этого места, но я ничего не изменил, потому что мне все нравилось как бы у себя. Так, надо сейчас немного... Уголь я успею найти, я считаю. А, это... Надо было не выбрасывать полностью. Так, у меня теперь кнопка Е не используется. Еще раз надо установить сейчас. Либо на Е, либо на Таб. Вот Себастьян нам я никогда не говорил, кстати. What all places you could leave, you choose Pelican Town. Well, yeah. О, наконец-то, я до сюда зашел. Тут этот же шут. Ученый. О, а, это Мару? Да. Карпентер, в смысле... Не-не-не. Карпентер, а, да-да, это в смысле вот эта, которая тут. Но она пока не пришла. О, вот же, собственно, подожди. Димитриус, точно. Scientist and father, thanks for introducing yourself. I'm studying the local plants and animals from my home laboratory. Have you met my daughter? To meet you. Да, я вот только что. А, вот я только что, кстати, да, я же уже встретил, вот она, собственно, идет. Робин же. Да, это же она. Она, собственно, на аэробиках всяких была. Хорошо, что я хотя бы был там, где они все были, потому что я реально хочу со всеми поздороваться именно как можно быстрее. Это даст что-то. Stranger, hello. Not mind me, I'm just leave alone out here. It's fine. Надо выключить. Ого, реально можно, я не ожидал, прикольно. Да, не, ладно. Ему что-то типа надо для атмосферы. Блин, я потратил весь день, я даже не полил. Не, я полил, по-моему, цветы. Но не более того, как бы. Не нарубил деревья, мне 300 надо для того, чтобы начать игру как следует. Так, в пещере, по-моему, пока ничего нет. Вот эти вот, кстати, можно... Да. 9. Да, еще час есть, нормально. Интересно, я могу сажать деревья вот сюда? Наконец-то можно сбросить все ненужное. Потайцу сидз я хотел еще посадить сегодня.
И дерево, пожалуй, тут не будет расти, поэтому я его сразу выключаю. Так, и... А, сильно близко к дому, не хочется. О, факел, кстати, да, нужен. И в доме я поставлю, кстати. Ой, не та кнопка. Точнее, та, но я не знал, что правой тоже можно. Факелы в доме — это, конечно, так себе. Дизайн choice такой. Сомнительный. Так, о, в углу надо. Как свечки, да, пусть они стоят как... Ну, потому что я все время прихожу сюда, когда тут темно, и хочется, чтобы хотя бы... О, так хорошо даже. Теперь уголок один не освещен. И если еще этот включить, то будет вообще красота. Да. Даже можно тогда вот этот убрать. Да, вот так достаточно, кстати. И может у кровати один еще. Я хочу просто, чтобы... Да, вот так классно. Ну, тут пока хватает. Можно вообще вот так рандомно поставить. Вот тут вообще такое самое неиспользуемое. Вот сюда раз за всю игру, может, придешь и все. Вот это место не интерактивное? Не. Окей. Story of my life. Так, а если... Раз, два, три... Пять просто, блин. А, ну вот как раз один лишний. 6 дней, нормально. О, это что? А, это кувшинка просто. Угу. Так, надо, да, у меня теперь энергия не восстановится. Эх. Ой. Мне просто на самом деле хочется вот это убрать. Да, вот так лучше. Ей! Мне нравится, что тут прокачка в конце дня. Типа, как знаешь, она дает ощутиться, как будто ты... Типа, день прошел не зря. То есть, при том, что ты что-то делал, а потом... Это как когда, например, съездил на дачу там и весь день всякие там таскал бурьяны, там всякие вот это вот рубал что-то там, всякие дрова, и потом приезжаешь, и такая усталость, и еще вот этот... ну, из-за того, что воздух свежий в лесу и все такое. И на следующий день просыпаешься и понимаешь, что как бы... ну, тоже вот такое ощущение, что не зря прошел день. Так, field snack я теперь могу делать. Ей! Типа как прокачалось у тебя foraging всякие там и... О, дождь, круто. Сегодня не надо поливать. Надо, однако, сходить за семенами. Теперь накупить именно много и сразу хороших. Вообще лучше дрова рубить. Вот я буду рубить, покуда у меня энергия есть, а потом пойду за семенами. Я думаю... Если, конечно, не закрыто там. Там же ж closed on Wednesdays, скажется. Вот это дерево тут не надо, в принципе. Field snack, по-моему, делается из таких типа... А, maple seed, pine cone и acorn. Всего, из чего у меня нету, как бы. Интересно, можно... Не срубая дерево, найти это. Прикольно, такой полноценный лес прямо на ферме. Для меня и в обычной ферме так все было. То есть там якобы вся территория может быть пригодна для фермерства, но я не использовал вообще почти ничего. Кстати, мне кажется, это у всех так. Я не смотрел как бы летсплеи с этой игрой ни у кого, потому что нет, собственно, нормальных летсплееров, по сути. Ну, или, да, ну,
Не знаю, из тех, которых я смотрю, они в такое не играют, а новых искать трудно. Я сейчас вспомнил, что Game Grumps тоже играли в Stardew Valley, блин. Это так вообще. Они поиграли просто один выпуск, то есть минут 20, и как бы... И все. О, вот это тоже надо освободить, очистить. Тут, да. О, вот, как раз Acorn. То есть, если их вот так вот... Что тут мешает? А, ветка. О, Maple Seed. Я почти набрал на вот этот Field Snack. Сейчас, по идее, если одно из деревьев потрусит, то из него выпадет как раз то, чего мне не хватает. Pine Cone. О, вот. Выложу пока торч и сделаю эту штуку. И теперь так, а ну сколько? Ого, плюс 45, круто, это мне хватит на целый день. А как оно, кстати, считает? Это же не проценты, да? Ага, 270. То есть оно восстановит где-то процентов 30 на самом деле. Ну тоже нормально. По крайней мере, лучше, чем все остальное, что сейчас. Ой, там что-то упало в воду. Я, кстати, только недавно узнал, что можно трясти деревья. Я обычно только кусты тряс. О, я могу наконец-то рыбу ловить. Е-е-е. Кто-то собирался за семенами идти. Не докинул. Сейчас еще раз. Подожди, камень этот, он мне мешает тут. Далеко слишком. А-а-а, не максимум. Сейчас, небось, какую-нибудь колу поймает. Окей. Я... Промахнулся мимо кнопки удалить на совсем предмет, и оно в итоге вылетело за инвентарь, выпало наружу и упало в воду. То есть оно все равно удалилось на совсем путем того, что оно утонуло. Файбер и сэп пока не нужны. Я хочу поменять цвет, но я не вижу разницы между вот этим и вот этим и вот этим. Вот это один цвет для меня, понимаешь? Вот это и вот это. Это одно и то же. Я ищу зеленый, и они оба оранжевые. Если бы у меня в чатике были эти зрители какие-нибудь там, я бы у них спросил, какой это цвет. Вот это оранжевый, да? А вот это зеленый. Буду считать, что это зеленый, короче говоря. Ну нет, это не зеленый, это красный какой-то. Знаешь что? Вот так. Это ж серый. Нет. Короче, бесцветный. Вот, так нормально. Я искал все равно деревянный цвет как раз. Все, надо идти. А, нет. Так, дерево. Сейчас, мне надо на самом деле кое-что проверить. Там всякие шумы. Я, по-моему, дверь не закрыл. Сейчас я на секунду отойду. Alright. Everything seems to be in order, как говорится. Так, запись идет, интересно. Ага, погнали. Ой, да. Все, надо идти за
за почтой. Здесь семена. А, факел надо было выложить. А могу я поставить вот тут факел? О, да! Вау! Я не думал, что это локация интерактивная. А рыба сырая. О, ее тоже можно есть. Ух ты! Так это хорошо. Это мне вообще-то сейчас нужно, потому что я ж готовить не могу пока, и у меня курятника нет, чтобы бесконечные эти омлеты каждый день. Looking to dissect potatoes. Please deliver to Demetrius at 24 Road. О, так я да. Главное, чтобы это было не в течение двух дней, блин. Два дня. А у меня на 6 дней будет. Но я не смогу. Я, кстати, раньше думал, что это как, типа, обязательные квесты. Там пытался все сделать, успеть, там, бегал, такой старался. А потом понял, что они, по сути, повторяются постоянно. Их можно делать, когда хочешь. Можно пропускать, как бы. И сразу от этого так, фух. Ну, хоть не надо все время спешить сильно. Так, куда я шел? Ага, к Пьеру. Здесь еще открыто. Closed on Wednesday. Именно то, что я... Да, как я и боялся. Он, по-моему, сейчас стоит внизу тут вот, и грустит. Потому что любит свою работу. Тут он обычно. Yay! Never ends in desert. That's where my friend Sandy lives. I wish I could have visited her today. А туда, по-моему, только на автобусе, да, можно добраться? Окей, Хейли. The only thing I like about this town is the beach. Okay. If you like beach, maybe you like fish too. Gross. Totally. Там, я не знаю. Toads я хотел сказать и не смог сказать, и теперь оно галимо звучит, а этого никак не удалить, потому что это прямой эфир, знаешь ли. Обычно я хоть могу там контролировать, какие фразы можно вырезать, когда влоги всякие записываю, и потом половину процентов времени вообще там вырезается из-за того, что я говорить не могу нормально именно гладко, плавно, так сказать. Ну, флоу, чтобы был. Ну, если я не могу... Так, дофодил, по-моему, не восстанавливает, да, энергию? О, надо пойти лук собрать вот тут, он восстанавливает энергию. Мне сейчас нужно все для энергии, потому что я хочу больше всего за день успеть сделать. Потому что начало игры — это единственное напряженное время во всей игре, а потом дальше можно вообще ничего не делать. Вот реально для меня, когда зима первая наступила, и, собственно, не было возможности никак... фермерствовать и вообще все делать. И я понял, что в этой игре не обязательно, собственно, все время спешить там и стараться все делать. О, лук, ура. Wild Horse. Вот эта карта, я тут, я не знал, что она существует. Я потому что думал, что поскольку игра отсюда началась, то вот это как бы конец текстуры там, ну, тут ничего не будет. А оказалось, что вот так вот можно. Тут, ну, тут на самом деле, тут тупик на самом деле все равно. Но, кроме тупика, тут еще вот этот сейчас будет такой ящичек небольшой. А, факел надо было взять с собой, я мог бы его в руках держать. Вот тупик. Вот, вот этот ящичек. И в нем... It's a battery-powered lockbox. Unfortunately, there's no battery. А! Да, он, получается, не сначала доступен. Там, короче, как только у меня батарея появится, туда можно будет положить, и это откроет следующую миссию от мистера Куи, или типа того. Всякие загадочные квесты там в стиле всяких старых игр, в которые мы не играли, потому что Super Nintendo ни у кого не было, как бы. И теперь, конечно, можно притворяться, что все знают, о чем речь, но я исхожу из того, что у меня было, а не из того, что принято там. Мне нравится, что дождь не наливает воду. Ага, угу. Кстати, надо бы тут немного очистить дорогу, как раз вот повод деревья срубить. Однако, надо уже перекусить. О, лук, класс. Нома. И дантельон тоже. Все как в жизни. Одуванчиками питаемся.
Кстати, мне в свое время за это не нравилась игра Don't Starve, потому что я ее начал играть, когда я был на сыроедении, и я считал, ну, понимал точнее, что как бы растения на самом деле должны восстанавливать больше голода, чем мясо. А в этой игре все наоборот было. Там, собственно, сколько бы ты ни съел фруктов или там всяких морковок, они ничего не дают. И я теперь понимаю, что это как бы, ну, необходимость, это механика такая, как бы. И, ну, иначе было бы неинтересно играть, в общем. Но в то время меня это так возмутило, как бы я знал, что это не, ну, недостоверно. И из-за этого, собственно, у меня к игре ненависть образовалась из-за того, что я привязывал, например, вот эту хмурость персонажа к тому, что он, типа, мясом питается. Ну, вот это как обычно у вегетарианцев всяких, у них же искаженное представление о том, как все остальные живут, и они навязывают свой стиль, потому что хотят делиться там открытиями всякими, а другие это воспринимают как вторжение в личное пространство, и поскольку никто не может толком этого объяснить или выразить, то люди ссорятся без причины, и это, конечно, глупо, но всем не объяснить. Так, а как быть? 8 часов. Я хотел за луком еще у тебя сходить, но я, наверное, завтра схожу. Или и семян не купил, как же. Не, я лучше все-таки хочу сегодня пораньше лечь. Файбер нужен был для чего-то такого прикольного. О, кстати, тут, по-моему, тут я надеюсь... А, нет. Это на самом деле, ну, недостоверно лежит. Я бы перед телевизором ковер не ложил, потому что, собственно, я его не смотрю прям лежа перед ним. О, вот тут можно. Он, блин, не там, где он, где я ему, ну, представляю. О, вот так, нормально. Ну да, он... Не. Да, вот так. Чуть-чуть логичнее, наверное. Да, пусть так будет. Turn in for today. Там, по-моему, что-то по-другому написано было. Сейчас музыка, по идее, должна начаться вот это вот. О, да. Spring Onion, southwest of town. Вот именно, когда я как раз собрался за ним идти, они меня туда направили. You can sometimes find a whole bunch growing. То есть это явно заскриптованное как бы событие. Да. Не буду пока. Блин, жалко Димитриуса подводить, потому что за 2 дня у меня не успеет вырасти картошка как бы. А я ж не объясню. Надо мне, короче говоря, экономить энергию для того, чтобы быстрее... О, кстати, вот это дерево, оно не нужно здесь. Чтобы как можно быстрее 300 дерева набрать, и тогда я смогу открыть мост на пляже и набирать очень много ракушек продавать, и таким образом заработать на новый инвентарь. То есть надо сейчас всю энергию, все вот эти вот... Всю еду пустить на то, чтобы как можно больше дерева нарубить в течение... как можно меньшего времени. Классно же тут, блин, края карты теперь такие красивые. Мне всегда нравилось, как лес выглядит в старых играх. Вот эти листья, они как бы нависают сверху, то есть тут глубина благодаря этому ощущается. Тут ничего, да. О, надо будет потом рыбу половить. Ой, плюс я с волшебником не поговорил, но с ним надо лучше... можно позже говорить. Так, сейчас дерево упадет в воду, поэтому лучше отсюда. Мне нравится в этой песне, как тут вот сейчас
погаснут. Вот. Тише стало все. И остались только вот эти мяу, мяу, мяу. И потом такой хлопок громкий такой сейчас будет. И сейчас так. Тыщ! А, это не тут, это дальше чуть-чуть. Я всегда жду его, потому что он так смешно звучит. Это я ждал весь день вот этого хлопка. Где-то тут был лук вообще-то. А, вот же он. Надеюсь, у него нету категории вот это 3 звездочки, там 2 звездочки. О, нормально. Е-е-е. А эти деревья можно, кстати, рубить? Ого! А я не знал. Они хоть, я надеюсь, обратно восстанавливаются потом. Кстати, вот этот лук, он, по-моему, немного пригодится потом. То есть желательно, чтобы он был пока. Ну, он для блюд каких-то нужен. О, 300. О, у меня все есть. 300 дерева. Я даже не ожидал. Так, сейчас, сейчас это надо. Еще немного. Так, лук что-то восстанавливает? 13. Мало. Ну, у меня его много, так что не жалко. Хочу еще немного, чтобы больше было, чтобы, может, сундук еще сделать или... О. О, вот это, кстати, для Field Snack'а нужно, потому что у меня Maple есть и... В принципе, ничего больше ценного нету. Да, вот так нормально. Все, надо подниматься. Тут же просто тупик. Да, там озеро... Ой, вода. Да, можно, кстати, вот это пока что подобрать. Как его выбросить? О. Все, теперь можно. Ой, я тут только что на самом деле думал о том, что надо бы чатик вообще-то, чтобы был открыт. Вдруг кто-то что-то написал. Ну, блин, я не знаю, как это делать. Мне надо разве что сворачивать все время игру или в окне играть. У меня просто не настолько экран позволяет это все. А телефон у меня выключается, и я о нем забываю сразу же. О, это что ли Пенни? Да. We're very lucky to have a library in such a small town. When you're lost in a book, it's easy to forget the realities of you. Don't freaking... Вот это мне не нравится, знаешь ли, что она такая вся слишком навязчиво об этом говорит. Maybe that's why I like reading so much. Sorry. Действительно. Так, а вот это вот... Куда... Дерево, если я сейчас все его туда положу, смогу ли я... Так. И семян надо накупить еще успеть сегодня. Ой, я, пожалуй, сначала... Нет, у меня же нет места. Так все не продумал. Когда больше инвентаря места, то легче немного. Точка. Ей! Они просто выключили. О, есть! Ну, мне, конечно, пока сюда не надо. Потому что у меня полный инвентарь. О. Чтобы выкинуть, чтобы... Или может съесть что-то. Еще только час. Я могу в теории добраться до дома, получается, отсюда, если пойду по прямой вот так вот и сброшу все. Потом пойду за семенами, а потом пойду... Да нет, я тогда не успею продавать там все. А если я сейчас выкину тут все не сильно нужные предметы, вот такие, типа...
вот это. И вместо них поподбираю нужные предметы. И продам их, естественно. Так, что более дорогое? По-моему... О, вот этих три штуки разных. Ага, этот уже другой степени крутости. Да, я просто не хочу, чтобы я, ну, не зря же сюда шел. А, и дерево, кстати, вот у меня остатки 23, его можно было бы... 26, его можно было бы немного не дорубать последнее дерево. Вот, собственно... А, каждая по 50, но неплохо все равно. Ты что, вот, вот, и у меня уже восстановились все мои деньги, которые я потратил. Так, сейчас главное, чтобы не исчезли предметы сразу. О, не, они не исчезают, это хорошо. Ну ладно, я не хочу, типа, как это называется, обузить систему или что там, как это. Тафадил, Сэм, надо говорить с людьми. О, вот это. Like scoops of vanilla ice cream floating on blue raspberry sauce. Or maybe I'm just hungry. Вот это единственное, что я про него знаю. Ой, я с этим еще не говорил, кстати. А, нет, с Клинтом я говорил. Сколько стоит починить? Ага, 2000. 2000. Угу. А что там еще? А, процесс геод. У меня пока нету. А, я тут одну книгу нашел. Ну, мне пока не надо. Зато, если я со всеми поговорю, то мне, может, дадут этот ачивмент непонятный. Так, тут он тем более в качестве квеста. 27 всего. Вот это вообще, это кто-то или она... Я никогда не могу понять, кто это. Они как бы безликие. Морис. А, наверное, он тоже считается как персонаж, потому что... А, нет, не считается. Там, по-моему, еще этот работает, но как бы... Я же с ним не разговариваю. Каков мой план вообще? Я хотел... пойти с... А, мне нужны семена. Для этого надо дойти. Окей. А, точно, телескоп. У нее же, да, я был даже и... Там прикольно. Я, пожалуй, у Пьера сейчас продам вот эти штуки, которые... О, этот Элиот. О, я с ним еще не говорил, это хорошо. Кул. А Пьер, что ли, уже до... Уже доработал, у него, похоже, день... Он не за прилавком. А-а-а. Окей. Столько всего надо успеть всегда в этой игре. Так, если я с Линусом уже говорил... О, я сейчас смогу зато ближе к ночи пойти с волшебником поговорить на книге. Но сначала надо, конечно... Подожди, а где это? Ага, я сверху. Угу. Мне показалось что-то, что я в нижней части карты, только что был. Теперь дерево особо не надо. Ну, именно. В повседневной жизни. Этот пусть будет на всякий случай. Эти есть, семян пока нету. Тогда надо идти к волшебнику. Если, конечно, он появляется ближе к ночи. Так, теперь дерево пока не обязательно делать. Можно... Не, в принципе. Заготавливать места для этих фермы тоже не обязательно.
Это, кстати, тоже прикольно. Это во всех играх такого типа прикольно. Освобождать территорию именно. Оно именно ощущается как прогресс на ранней стадии, как что-то делаешь, как бы. Если я со всеми поговорю, мне, по идее, должны дать первый achievement, типа как там что-то, Spoke of the Town или там Great Friend, ну вот это что-то. О, oh, hello, it's nice to meet. О, Лея, я первый раз с ней разве говорю? Так ее не было там. О, cool. Я на этой стороне озера ее не видел. Я один раз только возле ее дома она выходила, видел. Когда он появляется? Может, он еще не появился? Может, он не считается одним из персонажей? Вот он как будто последний. Или я кого-то забыл? А, ну, тут, собственно же, есть же список людей. Так, с этим говорил. Марни, а, нет, да. Сейчас Гус, Хейли. А, вот этот. Ну, волшебник тоже там. А, наверное, надо не со всеми прямо. А это кто? Это ж Уилли. А, я с ним, наверное, не говорил в реальной жизни, блин. Но я с волшебником хотел поговорить. И с Пьером надо. Ой, это не Пьер, это тот, который в аптеке, короче. Ну, уже поздно, я уже здесь. И поэтому я поговорю с волшебником. Это тоже считается. Волшебник. А, да, его, по-моему, так и зовут, Уизард. Это как называть Гэндальфа волшебником, оно как-то не сочетается. Так а когда он появляется? Я что-то не помню. Как тут это действует? Вау. Ну, кстати, оно хорошее, оно восстанавливает энергию. Хочу до 9 подождать или до 10. Наверное, надо до 10 ждать, чтобы с ним поговорить. Если, конечно, тут так, я не помню уже. Какие у меня, кстати, появились новые рецепты из... О, а вот это я могу, только у меня... О, Wild Horse Radish, я видел там сверху, над городом был. О, из камней можно path делать и... Мне нравится, что они одинаково стоят. А, и gates нужны уже, и fences, кстати, надо будет настроить потом, когда у меня ферма уже shape up. А... Стоит ли ждать до 10? Может, тут нельзя так, может тут... Ну, я хочу рискнуть все-таки. У меня пока денег как бы нету, чтобы тратить. Я еще час постою, подожду. А потом уже точно. Так, сейчас надо Green Алга это, да. Also, it's getting late. Вау, какая полезная рыба. Даже не двинулась ни разу. Вот, после 10, по-моему, к нему можно идти. Хотя я не уверен, что тут это так действует. Не. Он просто потом появляется в какой-то момент. Кто-то о нем говорит или типа того. Я даже не помню уже, честно говоря. Может, он на третий сезон или что-то такое. А, не могу увидеть тут ничего. Надо, кстати, было факел сделать. А, я хоть так иду, да, вроде не сюда, да. Ох, мне, я помню, я когда вот так добирался всегда домой, именно, ну, по темноте вот так, мне нравилось всегда, как тут меняются цвета, вот эти вот растения смотрятся в темноте вообще классно.
Это вот в этот момент я понял, что мне эта игра нравится, как бы. Дома вообще круто в этой локации. Ну, все отличаются. Вот горная тоже, она выглядит как такой именно горный сарай, такая вся деревянная. Вся... О, дождь, по-моему. Да. Так, ну, я думаю, на начале дня вообще лучше останавливать запись. Ну, в смысле, день. Выходить из игры, потому что это как автосейв, соответственно. Это единственный шанс покинуть игру, потому что так можно еще один день, и каждый раз выходишь, ну, выходишь на что-то сделать, и оно от этого не отпускает. Так что лучше остановить пока запись. Ну вот, получается, вроде как можно считать, что записал первые шаги в новом мире. Я дальше буду играть, наверное, без записи, и потом, может, позже, когда что-то ценное сделаю, то продолжу, может быть. Я не знаю пока, на самом деле, планов нет особо. Это не та игра, которую там можно пройти или типа того, так что ее записывать в виде летсплея нет смысла, по-моему. Выключай.